Всем привет! Вот я сегодня еду по трассе. Ну как трасса, небольшой отрезочек. Поселок Ленинский до Верхтулы. Деревья все покрылись инеем. С этой стороны у нас поля снежные. За окном, короче, сейчас градусов 25. Но это в городе. Здесь надо... Может быть 22 где-то в городе. Здесь явно побольше, потому что я вот еду 60 километров и прям чувствуется, как на ходу у меня мост. То ли он замерзает, то ли что, он прям как будто это. Машина мерзнет, короче. Начинает останавливаться. Я вот сейчас еду на какой? На четвертой скорости. И машина мерзнет. Короче, кругом не души. Тут, наверное, трасса-то небольшая такая. Километров 8, может быть, 10. А может, меньше еще. Сейчас еду вверх Тулу. Деревья прикольно смотрятся. Такие заснеженные все, как будто в инии. Там снежок на них упал, поприлип. Такие сказочные. Опа. Так, разверну. В машине у меня тоже... не айс, на градуснике 80 градусов, в машине без куртки холодно, короче, что-то она у меня так и не нагревается нифига, термостат я поменял, тосол долил, но все равно, мне кажется, где-то завоздушная система. О, вон подъезжает, там какая-то деревня, вон там забор. Короче, вот такие поля. Стороны лес, полоса такая небольшая и трасса. Ну, машины ездят. Сегодня выходной день, что у нас сегодня суббота, а все равно люди, все кто-то куда-то едет, не то что в городе, там по трассе передвигается туда-сюда. Фурщиков, правда, ни одного не видать, такие легковушки, там газельки двигаются. Ну, как-то так, короче, за бортом где-то градусов 25. Холодно очень. Все.